В эти дни в регионе силами полиции проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению фактов нарушения законодательства. Так, в Лавлинском районе сотрудники подразделения по вопросам миграции выявили факт фиктивной постановки на учет двоих граждан Республики Узбекистан. Иностранцев зарегистрировала в своем доме 50-летняя жительница Волгограда. Однако приезжие по указанному адресу не проживали. В настоящее время полицейские устанавливают их фактическое пребывание. По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские задержали 25-летнюю жительницу Волгограда, которая подозревается в мошенничестве со снятием порчи. Вчера в одном из торговых центров Центрального района к 21-летней девушке-продавцу подошла молодая женщина. Сообщила, что на ней порча, и предложила свои услуги по ее снятию за определенную плату. Злоумышленница продиктовала номер телефона, на который та перевела 1300 рублей, после чего сообщила, что имеющиеся на девушке золотые серьги также приносят неудачу. Попросила снять их и отдать ей, что и сделала испуганная потерпевшая. А после ухода незнакомки осознала, что ее обманули, и вызвала полицию. Целительница попыталась скрыться, однако была задержана. В настоящее время в отношении подозреваемой решается вопрос о возбуждении уголовного дела за покушение на мошенничество. Сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений из квартиры жительницы Дзержинского района. Задержанным оказался 23-летний, ранее судимый за кражу, зять заявительницы. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что с июня прошлого года по февраль текущего года, находясь в гостях у тещи, похищал украшения, которые затем сдавал в скупку. Полученные деньги он отдавал за свои долги. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела.